получились. У нас тут, как говорится, электронные проблемы. По крайней мере, у одних парней. Неотторгаемый. Давайте посмотрим, ваша-то работает. Вы первый код? Да. То есть на первую точку пришли? Здесь вообще еще нигде не было. А где у него дырочка? Слева. Вот эта игра... Подожди, не в натяг. Ну, мы хотим проверить. Запишем в отчеты. Стопы. Видишь, да? У них работает. Ну, у нас не работает, потому что там прибор не работает. Да, очевидно, да. Ну, очевидно, блядь, мы... Сколько вы здесь времени провели? Унылый, обращайся к датскому, организуйте круговую оборону. Минут 45 мы точно здесь были. В 15 метрах от точки, в 15 метрах от точки организуем круговую оборону. Да. Не работает? Подтянитесь, говорю, закройте фланги. Работает? На этих же батарейках другой работает. А? Сделаем не батарейка. Нет, я думаю, что нет. Включаем. У тебя помнишь, какая миссия-то? Я сюда сейчас, ну, привинчую. Начинаем. Смотри на это табло. На табло смотри. 3, 2, 1. Видишь, секунды бегут. Сейчас будет первый 10-секундный код. Тебе надо успеть его ввести. Все. Сейчас он проверит, что ты ввел правильно. И следующий. 314, это шотландец. Я работаю по датчику, время пошло. Долго шли очень. И долго ждали, я понял. Он работает, не работает? Да, я проверил его. Сейчас работает. Ну, до вставления в саморезы я его проверил. Он работает. Все, уходим. Датский! Спину, спину смотри! Я вчера, значит, прихожу в Элькрот, а там мешка этот пластер на деньги играет. Ну, там свободные нравы такие. Я ему говорю, мне бы исповедоваться, он говорит, за деньги. Я говорю, что за религия такая? Ну, у тебя были игровые деньги с собой? Да, но у меня не было времени, потому что я начал, ну, паспорта пришел проверять. Начинаю проверять, убегать человек, стрелять двоих, кидать гранаты. Гранаты меня подбивают. Я ранен, начинается истерика там. С ними же тяжело, это игровые эти, гражданские. Их нельзя грубо, как бы. То есть, ну, может, грубее был бы, там, что, ребят, блин, я в землю выстрелил, им страшно было бы. А здесь что, я с привода там попекаю в землю, ну... Это через 3 минуты. Продолжай. Что случилось? Ведется запись, видеофиксация. Чуть ниже нас. У нас то и выщемляет, а так нет. Так. Блядь, еще один шут. Залет. А? Пойдем, будем тебе исправлять этот скотч красный. Ты ничего лучше не нашел, что ли? Вот бегает человек с красными повязками на ногах. Блин, ну это. Пойдем. Ну а что должны думать те, кто по тебе стреляют? Пойдем, я тебе дам другой скотч. Потом вернешься в игру. Что, ноги это? Да, один повязку. Ну конечно, они же красными не могут быть. Другого нету. Другого нету. Стандартный отмаз. Вот я тебе сейчас дам желтый скотч. Изолента. Что это такое вообще? Это блять эти? Как это? Как это звук? Блин, вот медик нужен, смотришь, вот погибнет человек, пока будет переодеваться, да? Да, надо было с самого начала заматываться нормальным цветом. Нормально-то. Но это не делает проблему организатора, правильно?
сейчас приедем. Садись! За грузовик! Так, клиночки, клочки! Так, от грузовика отойти его как бы нет. Это самолет. Очки. И давай туда. Финик! Ты же ранен? Ранен, да. Ну тогда ложи. Денис, дорогой, иди. Ты мне мина обещал? Обманул меня. Чуть-чуть. Я тебе завтра дам. Завтра, все так говорят. Твое имя завтра. После обеда. Завтра это значит ли. Дорогой, давай, да? Какой это территорию ты захватишь? Давай померяемся, ты призывай своего Ктульху. Я брат, территорию огрызи, брат, я с ним не пойду. Постоянно они на коленях стоят, что другой им такой. Я так стоять не смогу. Пусть стоит, он не мешает. Шары, говорит, я, говорит, туда-сюда. Шары, говорю, давай. Подкапывай шары. Космо, у нас 1 000 000 просмотров на твоем канале на ютубе. Все кричат. О, пулемет долбит, слышу. Рыжий пулемет. Чем больше говорите, тем лучше будут условия в армии. Желтый жилетка. Хотят нас воевать отправить. Что, мы? Да, брейся. О, Винник на колени упал, говно прямо. Откуда здесь вода? Где вода? Вот здесь. Меня волнует стук. Палатка течет, не течет? А, нет, мы иногда эти хлопуны выдрихаем, а сама не течет она. Палатка хорошая. Вот те палатки, в которых мы живем, говно. А? Кто-то что-то говорил? Не слышу. Это я был. Вчера и сегодня. Здесь кто-то есть? Есть. Хочешь чай? Давай. Ну вот. Потну. Документики? Я не мирный. Я никакой, да? Я невидимый. Превышаем скорость, ездим по встречке. Поймали, не знаете, поймали хоть кого-нибудь из мирных? Вчера ловили, сегодня не знаю. Ну, в смысле, результативно. Да. Такие люди? Не-не-не, так просто немножко с вами пройти, чтобы заснять. Да, посмотри. Их там дохера. Орги на базе, прячь бухло! Вон она. Какая? Вот это? Вот желтое написано. Да. Вражеская бутылка, 2 ресурса. Все, что мы ковыряли. Офицеров мы в плен не брали. Офицеров не брали? Задание по поводу пленных. Тюрьма. Сколько там, то есть? Я не знаю, я с вас начал. У нас 3. 3 пленных. А фотинг есть? Фотинг у шпиона. Сейчас будем двигаться. Обручинишь? Что, где мои динары? Где мои динары? Так, а у тебя есть уже какое-то количество динаров, да? Да. Значит, 4. Они разные цвета, пофигу, да? Да, пофигу, и номинал пофигу. Количество важно. 4 и 1. Угу. Не работаем, потому что с логикой, да, уже свои по 2 ресурса там вытянули. И если мы сейчас туда придем, мы опять их потеряем. И, ну, короче, жопа. А у тебя наш?
У нас только вот вариант Audi. Audi? Короче, большие бутылки вы сдаете. То есть опять эти цыгане там, короче. Вам нужен один, который барыга. Хорошо, мы их можем уничтожить. Там, короче, давай так. Вы оттуда пройдите Audi Electrode. И оттуда попытайтесь со мной связаться. И по обстановке доложить, насколько там критичная ситуация в плане. Если там все нормально, у меня есть небольшая задачка. Хорошо, мы можем убивать мирных? Да. Почему?